Всем здорово, с вами Фани. Новая потасовка вышла, мы ее, конечно, протестируем. Играть будем за паладина. Суть потасовки в том, что нам даются случайные карты. Случайные дека, чисто две легендарки, может быть. А две легендарки в обычном данике не может быть, кстати говоря. Всего может быть по много, короче. Утер и Андуин! Регенится, походу, с утра. Свет дарует мне да. Победу. Я буду сражаться с счастью. Да, это регенец. С уровнем. О, неплохо, неплохо. Да я сегодня прям не то. Я чувствую запах крови. А я не. Где ты его учу? Хер его знает. Просто учу, да и все. Я просто учую. Играем до двух побед, потому что первый будем делик, ну или второй будем делик выполнять, а там одна победа надо. И просто одну победу, а то как-то так очень быстро заканчиваются наши выпуски. Хотелось бы хотя бы минут на 10. Иди ко мне. Мне боль. Да не хочу я. Куда ты Андуин пока сосет, ну, хер его знает. Будет он сосать его потом. Лечить себя как оригинально. Ага. Ну хотя бы как у меня пойдет. Свету! Эй, чпанк! Имя справедливости! Ты чувствуешь, что это походит? Аля, точно, я же секретик-то поставил. Да, ты, конечно, не видел. Этому место в музее! А, я, в принципе, атаковал. Сделай мне боль. Пошел, и ну, что? Да, правильно, дровая карта. Раз, шесть, нет. Свет сияет ярко. Не такое может быть. Опа! Да попади на как пару раз. Ну, глаз нормально. О, призывает. Ну, плохо. Правда, по количеству всех. Ну, раз, походу, внутри, внутрь, пиздец. Нет, не сало. Нет, не так думать будет, бля. А, это сейчас еще карту получит. Пошли. Да. Козёл. Окей. Это ничего не делает, правильно. Мы его уничтожим. Да, купим мне легендарочку. Это легендарная карта. О май гад. Да ты что, ты в танке? Опять легче забрать. А мы делаем так. Что приказать? Что приказать? Свет сияет ярко. И все. Да, сразу таких 4 половинчика. Так. Неплохо. Три карты я набрал. Почему как? Это же пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мама мия.
Ну что так, не сплакали, да? Блин, что, затяжную матч? Обычно я выиграю очень быстро. Ну или проигрываю. Кто смахов уже? А! Как тяжелый матч? О боже! Заказываю подкрепление. Во имя справедливости. И тебя починим. Да всех починим. Тебя. Может, ты выставишь что-нибудь, слышишь? У тебя 14 картеки, ты ничего не выставил, кроме органа. Ты как там играешь? Чисто на скулах? Да ладно, что ты шутишь, блин? Где моя там божественная милость, или он Фордрин? Тут там еще есть Фордрагон. Тут, ну, тут или пан, или пропал, как говорится. А, стой, ну ничего, ладно, всякий случай. О, красавчик, молодец. Какой умничка-то. Прямо знал, куда бить. А чё, да? А, нормально. Нет, не нормально. Надо подумать.
будет, так не будет. Другой план, не слишком имбовая карточка. Нефритовая змея направляет тебя. Напишите. Сколько я раз твоего видео, просто нет. Во имя природы. Он то не знает, что у меня это Ахондрик, у меня мечи. Будет мать мечи. Поднять щиты! Ох-ох-ох-ох. Смотри, какая. Вот на Марус. Не, ну Лёпка, что делать было, а? Когда нечего-то делать, да? Но я там, что очень много. Много. Хватит орать! Это плохо. Вот это что плохо, это плохо. Но мы его убьём. Без пощады, да? А мой. Скользко! Ну, давайте поставим... Ага, то все миньоны его разменяют спокойно. Давайте мы сделаем так. Убьем одного миньончика и сами заедем без пощадного просмотра. А у нас 4. Все, в принципе, законно. Еще идти подойдем, ему отхилиться надо, блин. Да, ну это 4, так 5 нам на одну меньше. Так, 6 единиц здоровья. Как мне их отнять? А никак. Блин, чуки. А он шутит. Да, это казалось, как сказал шутит. Так много возможностей. Да, именно то, что надо против Тави. Как мне нанести удар? Со стрелком удар, удар. А, да, можно стрелком, в принципе. Как мне нанести удар? Не нравишься ты мне, дружище. Мне, в принципе, не нравится. Я потерплю.
зачем вообще Малфариону вот это говнище? 1-4. Один, мать его, 4. Это же 1-4, мать его. Это 1-4. Твой противник вышел. Быстрая изи-каточка, конечно. Ладно, всем покеда, с вами был Фанни, вот такая вот новая потасовочка, и мои видео будут выходить очень редко, проблемы там с компом у меня, мягко так сказать, барахло. Ну, в принципе, пока.